Всем привет! Вы на канале Кулинарим с Викторией, и сегодня мы приготовим вместе шоколадные кексы с бананом. Также их называют маффины, называйте как хотите, но получается очень вкусно. Готовится все просто, без миксера, это отличная выпечка к чаю. Кексы получаются очень пышные, воздушные, слегка влажноватые внутри и очень-очень вкусные. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Для приготовления нам понадобятся следующие продукты. Это яйца, сметана. Вместо сметаны можно взять кефир, простоквашу или натуральный йогурт, бананы, мука, растительное масло, какао, щепотка соли, сахар. Сахар можно регулировать по вкусу. Также понадобится разрыхлитель. Если вы пользуетесь содой, то возьмите 1 чайную ложечку. И экстракт ванили. Экстракт ванили можно заменить ванильным сахаром, либо добавить цедру или сок лимона. Полное количество всех ингредиентов вы найдете в описании под видео. Сначала займемся бананами. Бананы очищаем. У меня 2 средних банана весом 300 грамм. Без кожуры они у меня завесили ровно 200 грамм. Бананы нарезаем и измельчаем в пюре тщательно вот так вилкой. Также это можно сделать с помощью погружного блендера. Замешаем тесто. В миске смешиваем 3 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли и 140 грамм сахара. И все слегка взбиваем венчиком. Все готовится очень быстро, никаких миксеров нам не понадобится. И затем добавляем пюре бананов. Сюда же добавляем 180 грамм сметаны. У меня сметана 30% жирности, но, как я уже сказала, можно использовать также простоквашу, кефир, йогурт. Жирность регулируйте по своему желанию. И добавляю 60 мл растительного масла и 2 чайные ложки экстракта ванили. Все перемешиваю и пока отставляю в сторонку. И замешаю все сухие ингредиенты. 200 грамм муки, 2 чайные ложки разрыхлителя и 30 грамм темного какао. Какао берите не сладкий. Все тщательно перемешиваю. И начинаю просеивать все рассыпчатые ингредиенты в ранее замешанную яично-сахарную массу. Просеиваю в несколько раз и перемешиваю. Перемешала одну часть и просеиваю следующую часть муки. Перемешиваем так, чтобы не осталось никаких комочков. Тесто получается гладкое, пышное. Обратите внимание на консистенцию. Подготавливаем формочки. Подойдут любые формочки для кексов, силиконовые, металлические. Для удобства я вставляю бумажные капсулы и заполняю формочки примерно на 3/4 части. У меня получилось ровно на 17 штук. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 25-35 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Кексы у меня запекались 35 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Еще горячие кексы перекладываем на решетку и даем им остыть. Но также их можно употреблять и в теплом виде. Посмотрите, как легко они достаются из силиконовых формочек и даже практически ничего не прилипает. Внутри кексы смотрятся вот так, очень мягкие, воздушные. Приготовьте и попробуйте и вы. 30 минут потраченного времени и такая вкусная выпечка для всей семьи у вас на столе. Если видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч! С новыми рецептами. С вами была Виктория.